Городские спасатели подвели итоги лета. За купальный сезон в областном центре предотвратили гибель 6 ульяновцев. Кроме этого, городские спасатели оказали доврачебную помощь 25 гражданам, которые во время отдыха получали ушибы, ссадины, порезы и солнечные удары. Погибло этим летом 4 человека, двое из которых иностранные студенты. К слову, в 2018 году за сезон на воде погибло 5 человек. По информации ульяновских спасателей, основными причинами трагедии на водных объектах остаются купание в несанкционированных местах и состояние алкогольного опьянения. В сентябре центральный Волжский пляж и 3 места массового отдыха населения вблизи воды официально прекратили работу.